В офисах компаний «Пневмостроймашина» и «ПСМ Гидротек» находятся бойцы СОБРа. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции проводят осмотр помещений и документов, сообщили в пресс-службе областного полицейского главка. Проверяется финансово-хозяйственная документация с целью определения, имеются ли в ней сведения о нарушениях при проведении финансовых операций. Это оперативные мероприятия, нет уголовного дела, и это даже не доследственная проверка. Закон об оперативно-розыскной деятельности позволяет таким образом проводить проверки. В мероприятиях участвует 20 оперативников. Между тем, бывший гендиректор предприятия, ныне депутат регионального парламента Анатолий Павлов, так прокомментировал происходящее. У меня это неожиданность, не знаю, что это такое. Если они мне позвонят, я могу подъехать, а никто не звонил, ничего.